понедельник в Самарской области ожидается облачная погода. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Потеплеет днем 15-17, выше 0, ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер будет дуть северо-восточной, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 16, ночью 8 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем плюс 16, ночью плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем 16 градусов тепла, ночью плюс 6. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.